завершится у нас. А у нас на 90-й минуте динамовцы Бреста сокращают отставание в счете, забивая гол престижа. Станислав Беленький, украинский форвард, воспользовался грубой ошибкой. Ндиае отдавал короткую передачу налево. Мяч перехватил Беленький, реализовал выход 1-1. Вот посмотрите. Хрушка, наверное, тоже не прав в этой ситуации, поскольку он видел, что за спиной Ндиае сразу два соперника. Ну и вот активный прессинг.